Украли 82 миллиона рублей. Дагестанский следком завершил расследование уголовного дела в отношении работников Минтруда Республики. По данным следствия, с 2017 по 2018 годы 10 сотрудников под руководством бывшего министра труда и социального развития Республики вносили в госзадание заведомо завышенные данные о количестве обслуживаемых лиц, а после поступления денег на лицевые счета подведомственных организаций воровали их, ежемесячно начисляя указанным лицам завышенную зарплату. Часть денег возвращалась участникам преступного сообщества. Всего похищены бюджетные средства на сумму более 82 миллионов рублей. В ходе расследования привлечено к ответственности 35 лиц. Выделено в отдельное производство и направлено в суд 23 уголовных дела. Участниками сообщества добровольно возмещен ущерб в размере 32 миллионов рублей. В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.